8 июня. Обычный воскресный день. Более чем 200 миллионов граждан планируют, как провести свой выходной. Сходить в гости, сводить детей в зоопарк, кто-то спешит на футбол, кто-то на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами, победителями и ветеранами Великой Отечественной войны. Но никто из них пока не знает об этом. 21 июня, 13:00. Германские войска получают кодовый сигнал «Дортмунд», подтверждающий, что вторжение начнется на следующий день. 21 июня, 21:00. На участке Сокальской комбинатуры был задержан немецкий солдат ефрейтор Альфред Лисков, который вплавь пересек реку Буг. Из показаний начальника 90-го погранотряда майора Бычковского. Ввиду того, что переводчики в отряде слабые, я вызвал из города учителя немецкого языка. И Лисков вновь повторил то же самое. То есть, что немцы готовятся напасть на СССР на рассвете 22 июня 1941 года. Закончив допросы солдата, услышал в направлении Устилуг сильный артиллерийский огонь. Я понял, что это немцы открыли огонь по нашей территории, что и подтвердил тут же допрашиваемый солдат. Немедленно стал вызывать по телефону коменданта, но связь была нарушена. В Москве состоялся разговор наркома иностранных дел Молотова с германским послом Шуленбургом. Молотов заявил протест в связи с многочисленными нарушениями границы Советского Союза немецкими самолетами. Шуленбург ушел от ответа. Из воспоминаний ефрейтора Ганса Тойхлера. В 22 часа нас построили и зачитали приказ фюрера. Наконец-то нам прямо сказали, зачем мы здесь. Совсем не для броска в Персию, чтобы покорить англичан с разрешения русских. Не для того, чтобы усыпить бдительность британцев, а потом быстро перебросить войска к Ла-Маншу и высадиться в Англии. Нет, нас, солдат Великого Рейха, ждет война с самим Советским Союзом. Но нет такой силы, которая смогла бы сдержать движение наших армий. Для русских это будет настоящая война. Для нас просто победа. Мы будем за нее молиться. 22 июня, 12 часов 30 минут. По округам была разослана директива номер 1, содержащая приказ скрытно занять огневые точки на границе, не поддаваться на провокации и привести войска в боевую готовность. Из воспоминаний немецкого генерала Гейнса Гудериана. В роковой день 22 июня в 2 часа 10 минут утра я поехал на командный пункт группы. В 3 часа 15 минут началась наша артиллерийская подготовка. В 3 часа 40 минут первый налет наших пикирующих бомбардировщиков. В 4 часа 15 минут началась переправа через Буг. 22 июня 3 часа 7 минут. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский позвонил начальнику генерального штаба Красной армии Георгию Жукову и сообщил, что со стороны моря подходит большое количество неизвестных самолетов. Флот находился в полной боевой готовности. Адмирал предложил встретить их огнем ПВО флота. Ему было дано указание «Действуйте и доложите своему наркому». 22 июня, 3 часа 30 минут. Начальник штаба Западного округа генерал-майор Владимир Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Беларуси. Через 3 минуты начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на город Украина. В 3 часа 40 командующий Прибалтийским округом генерал Кузнецов сообщил о налете на Каунас и другие города. Из воспоминаний заместителя командира 46-го истребительного авиаполка Западного военного округа Иосифа Ивановича Гейба. Меня в груди похолодело. Передо мной 4 двухмоторных бомбардировщика с черными крестами на крыльях. Я даже губу себе закусил. Да ведь это юнкеры. Германские бомбардировщики Ю-88. Что же делать? Возникла еще одна мысль. Сегодня воскресенье, а по воскресеньям у немцев учебных полетов не бывает. Выходит, война? Да, война. 22 июня, 3 часа 40 минут. Нарком обороны Тимошенко просит Жукова доложить Сталину о начале боевых действий.
Сталин в ответ приказал собрать в Кремле всех членов Политбюро. На этот момент бомбардировкам подверглись множество городов. 22 июня, 4 часа 10 минут. О начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках доложили западные и прибалтийские особые округа. 22 июня, 4 часа 12 минут. Немецкие бомбардировщики появились над Севастополем. Из воспоминаний севастопольца Анатолия Марсанова. Было мне тогда всего 5 лет. Единственное, что осталось в памяти, ночью, 22 июня, в небе появились парашюты. Светло стало, помню, весь город освещен. Все бегут, радостные такие, кричат: «Парашютисты! Парашютисты!» Не знают, что это мины. Они как ахнули, одна в бухте, другая ниже. Нас по улице столько людей поубивало. 22 июня, 12 часов 15 минут. Молотов по радио выступил с речью о начале войны, где впервые назвал ее отечественной. Также в этом выступлении впервые звучит фраза, ставшая главным лозунгом войны. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Из воспоминаний Дмитрия Савельева, Новокузнецк. Мы собрались у столбов с громкоговорителями, внимательно слушали речь Молотова. У многих возникло чувство некой настороженности. После этого стали пустеть улицы. Через некоторое время в магазинах исчезли продукты. Их не скупили, просто поставки сократились. Люди были не испуганы, а скорее сосредоточены. Делали все, что им говорило правительство. Но никто не представлял, что впереди были еще 1418 дней самой страшной войны в истории человечества.